приехали и готовы ответить на ваши вопросы. Главный тренер Георгий Бекурчанзе для начала скажет несколько слов, потом вы сможете задать ему вопросы. И капитан команды Застафони Зураб Мамаладзе тоже готов отвечать на все ваши вопросы. Господин Бекурчанзе, как настроение перед ответной игрой? Настроение нормальное. Я хочу поблагодарить футбольнику удачи за обычный прием. Давно я в Молдавии не был. Очень приятно еще раз побывать здесь. Я знаю, что очень любят футбол. Молдаване и всяческих успехов желаю. Команда у нас нормальная ситуация. Получается. Наши ребята старались очень. Я думаю, они заслужили победу. Это в первую очередь я о своей команде буду говорить. Я доволен результатом. Что можно сказать? Ну, я думаю, что это футбол. Всякое бывает, и мы проигрывали с большим счетом. И приходилось принимать скорость поражения. Бывало, и выигрывали с большим счетом. Так что это футбол. Тот день, тот наш день. Начало же стил, жопу девичь. Вы будете играть в том же стиле, как играли себя дома? Ну, мы стараемся играть в свой футбол. У нас, думаю, вы, наверное, мои коллеги изучали нашу команду, и, наверное, видите, что мы стараемся все время. У нас определенный стиль игры, мы любим атаковать, это нормально. А как будем играть завтра? Любят говорить тренера, как позволяет соперник, так играет команда. Посмотрим. Тот проигрыш. Мы должны стоять на своем уровне, играть в свой футбол, показывать, что мы сильные. Игорь Добровольский сказал, что дача обязательно будет перестановки в составе. Ваша команда все здоровы? Тренировок нет? Ну, есть у нас проблемы. У нас из-за температуры мы двух игроков не смогли привести, из-за высокой температуры. Бабунашвили и Пенашвили. Посмотрим. Ну, вы будете стараться все-таки удержать результат. Пусть с минимальным счетом, потому что будьте от обороны, потому что уже сейчас-то вопрос не стоит. Тактику мы не передадим вашу Добровольскому. Ну, это и есть тактика. Играть от обороны. Я уже сказал свою версию. Мы любим играть в свой футбол. Мы будем стараться играть. Два насколько забил, это два позволит соперник, это уже... Игрок два ли забил два гола, тот игрок, который играл за Дачу. Как вы думаете, он знал хорошо команду, он знал как игроков наших, и как, почему вот так ему посчастливилось забить? Я не знаю, ваши коллеги спрашивали меня, Грузии, насколько могут футболисты влиять, допустим, давать тренеру информацию о том, что футболисты, о команде в целом. Два ли игрок три года назад. И три года уже числится футболистом за Стафон. Я рад, что два ли защищает хорошо отсюда нашего клуба. Я также буду рад за всех футболистов, в том числе грузинских, конечно, в первую очередь, которые будут хорошо защищать свое, делать свое дело в любом другом клубе, в Европе или где бы то ни было. Они должны выходить на поле и играть в футбол, независимо от того, кто играл, когда играл, где играл. Надо всегда быть нацеленным на ту цель, которую ставит клуб, которую ты находишься. У нас хорошая игра, главное сейчас думать об игре. Максимальная у нас сейчас подготовка, думаю. У нас хорошая форма, но это не дает нам все расслабиться, потому что сейчас они играют дома и совсем другая ситуация. Готовимся и думаем только об игре. Какие впечатления от Шумя на первый взгляд? Хорошие, ну, мы смотрели из автобуса и говорили, что хорошие. Кишинев-то выделили всю аэропорт, гостиница стоит. И стекла автобус. Так что извините нас. Вы когда раньше вы встречались когда-нибудь с Добровольским, который когда раньше играл, как игрок Добровольский, как вы игрок? Лично я нет, я не играл на таком уровне, как, как Добровольский. Я уважаю его очень, в первую очередь, как футболиста знаменитого, как моего коллегу. Спасибо.
Он очень был симпатичным футболистом, играл в открытые комбинационные техничный футбол, так что. Какой результат у вас устроит завтра? Мы хотим выйти на следующий этап.